Школа на 550 мест в микрорайоне Завета Ильича на стадии активного строительства. Это здание будет уникальным. Таких школ в Подмосковье всего три. Проектное решение подразумевает широкую входную группу. Большая лестница позволит разделить потоки детей на младшие и старшие классы. Также интересны решения в столовой и в библиотеке. И уже скоро это станет доступным для детей. Плановые показатели соблюдаются. Общестроительные работы завершатся ориентировочно через месяц. Монолитобетонные работы практически завершены. Вовсю идет отделка. Прокладываются инженерные коммуникации по зданию школы. Депутатская комиссия во главе с заместителем председателя Совета депутатов округа Пушкинский Николаем Михайлиным 2 апреля осмотрела ход работ. Слуги народа планово мониторят ситуацию. Пока беспокоиться не о чем. Строители уверенно заявляют, что сроки будут соблюдены. А вот школа в Бортовщине попала в программу капитального ремонта. Из старого здания в инновационное. Оставили только стены и перекрытия. Поменяли кровлю. Отделка будет новая, как и остальное наполнение. Работы идут полным ходом. Идет оштукатуривание стен, прокладка инженерных коммуникаций, прокладка слаботочных линий. Я уверен, что у строителей все получится. В школе будет единственный в Подмосковье минералогический музей. Экспонаты собирал учитель географии Андрей Крючков. Его уже нет с нами, но дело будет жить в новых интерьерах. Школу планируют открыть к сентябрю. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.